Москва не спешит с ратификацией нового договора о стратегических наступательных вооружениях. Госдума России не будет придавать соглашению об СНВ юридической силы в ближайшие месяцы. Как заявил спикер Нижней палаты парламента Борис Грызлов, этот вопрос будет вынесен на пленарное заседание на осенней сессии. Новый российско-американский договор о сокращении ядерных арсеналов был подписан в апреле президентами Обама и Медведевым. Вашингтон и Москва намерены ратифицировать соглашение синхронно.